нас, да это мы сами скинули. Это, а тебя, что там, у тебя есть это? СИФ, МСИФ, СЭП, СЭП. СЭП есть. Вот, вот. Вот. Да, получается. Ну и ничего страшного, может, я какая-нибудь другая была. Ты ее просто бросил и пошел? Да он, да, я кинул. Ты ее просто бросил и пошел? Вот этот мешочек. Я приведел в том месте, где она работала. Ну, вот, я ей положил. Положил и все. Ну, наверное, понимал, что крысиный яд, он ядовит для человека, и что... Нет, для человека крысиный яд не может убить. Он может, в смысле, привести вред насекомым и, ну, и всяким вот этим вот животным. То есть ты считаешь, что крысиный яд человеку безвреден? Ну, если его замешать куда-нибудь, в смысле, влить туда большие порциями и так далее, с намерением, в смысле, умереть, то, наверное, а если так, то нет, конечно, это же зараженное происхождение. Это только для животных, находящихся, в смысле, в обитаемой среде.